У настольного тенниса очень много поклонников. Этот вид спорта является официальной олимпийской дисциплиной. На первый взгляд может показаться, что игра довольно легкая, но одержать победу в ней далеко не так просто. Для этого игроку необходима предельная точность и концентрация внимания. Об этом известно участникам открытого парного турнира по настольному теннису, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе на Дальнем Воронке. Здесь собрались любители настольного тенниса не только из городского округа Щелково, но и из других муниципалитетов – Фрязино, Балашихи, Черноголовки. Играли мужские пары, женские и смешанные. Особенность настольного тенниса в том, что в эту игру можно играть в любом возрасте. На чемпионатах мира и Европы играют ветераны в возрасте старше 90 лет. А у нас, значит, самые старшие участники – это чуть-чуть старше 70. Поэтому нам еще у нас большой задел заниматься этим видом спорта. И действительно, настольный теннис – это универсальная игра, которая одинаково интересна как взрослым, так и детям. Поэтому принять участие в турнире могли теннисисты самого разного возраста. То есть теннис – это не то, есть, как, чтобы за каждое очко ты должен был рыдать и плакать. Ты должен болеть за каждую партию, за каждое очко ты должен воевать до конца. И хочу сказать то, что надо просто начать, дальше все само пойдет. Это мой любимый вид спорта, занимаюсь с ним с малолетства. В армии служил, играл, после армии играю. Ну, Балашихи был чемпионом Балашихи, Балашихи городского округа чемпион. На Поволжье ездил, ну на Поволжье серебряный призер Поволжье. Открытую Белоруссию тоже, в личном, тоже серебряный. По итогу турнира среди мужских пар участники Щелкова заняли второе и третье места, а в смешанных парах – третье место. Участников наградили медалями и грамотами. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.